Всем добрый день, вы на канале Ретромото 58. Очередной мотоцикл Минск у меня на канале. Запустил его, отправил потенциальному клиенту, ну и он тут же согласился его приобрести. Хотел снять видео с продажей, ну вот получилось так, что видео снимаю, но продажа уже, можно так сказать, осуществлена. Покупатель согласился его забрать. Поедет он у нас в далекий город Новый Уренгой. Пробег у мотоцикла 2500 километров. Сейчас продемонстрирую, как он работает. Так вот он булькает. Немножко такое характерное похрюкивание. Не то звук цепи, не то звук поршневого пальца на сепараторе. Вот все почему-то эти мотоциклы издают такой характерный похрюкивающий звук. Типичный сигнал для мотоциклов Минск Восход. Под седлом насосик. Цвет такой интересный. Цвет называется охра. Опять же, в 80-х годах Жигули красили в такие цвета. У меня у отца была шестерка цвета охра золотистая. 84 года. Вот мотоциклы также красились аналогичными красками. Ровненький, хорошенький минский, с полным комплектом документов нового образца, что, кстати, очень немаловажно, что они новые документы: ПТС, СТС, госномер. Потенциальный покупатель сказал, что у них уже снег. Кататься будет на следующий год. Покупает мотоцикл для того, чтобы вспомнить детство, молодость, как когда-то ездил на таком. Не для того, что ему ездить не на чем, ну, с его слов. А просто потому, что хочет немного поностальгировать. Будет стоять в гараже и радовать душу. Вот такой очередной мотоцикл от меня поедет в город Новый Уренгой. Ну, на этом все. Всем пока. До новых встреч.